Смарт-контракт – это справедливо. Смарт-контракты уже используются во многих сферах жизни, а теперь ведутся обсуждения об их использовании в правовой отрасли. Распространенные, прозрачные и анонимные внутренние смарт-контракты могут обеспечить более справедливый уровень для юристов и юридических фирм. Адвокат американской юридической фирмы Джош Розенблат говорит, для многих людей в отрасли, пока они не возьмут все в свои руки, трудно понять, какие преимущества и недостатки действительно есть. Недавно 10 юридических фирм присоединились к Ethereum Enterprise Alliance, чтобы разработать стандарты для юридических смарт-соглашений.